жаркие дни августа 1996 года. Атланта. Мы помним триумф тольяттинского гимнаста Алексея Немова, завоевавшего 6 олимпийских медалей. Боксера из Жигулевска Олега Саитова, единственного из россиян, ставшего на ринге олимпийским чемпионом. Ольгу Кузнецову, завоевавшую золото в стрельбе. А всего спортсмены нашей губернии добыли 11 олимпийских наград различного достоинства. И как мы радовались этому успеху, крошечная группа поддержки из Самары, приехавшая за океан поболеть за своих земляков. Впервые в истории самарского спорта наши ребята заняли 4-е место по количеству завоеванных медалей, пропустив вперед себя Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это был настоящий триумф. Вспоминая Атланту, мы надеемся, что подобный успех самарцы повторят и в далеком Сиднее. По-прежнему в строю многие из тех, кто завоевывал медали в Америке. Рядом с ними наш губернатор, который делает все, чтобы спортсмены губернии достойно выступили и в далекой Австралии. Я думаю, что как у любого гражданина, которому посчастливилось побывать на Олимпийских играх, впечатление очень хорошее. Праздник спорта, праздник человеческой силы, красоты, мастерства, ума. Что может быть лучше на земле? И, наверное, вот эти состязания являются тем выражением человеческой и доблести, и достоинства, и трудолюбия, к которому мы все стремимся. Да, я очень рад, что 4-я часть наград на сегодняшний день в Олимпийской копилке России — это награды, завоеванные спортсменами Самарской области.